Губернатор Приморья Олег Кожемяка поздравил военных моряков и ветеранов с Днем Тихоокеанского флота, а также подчеркнул, что Тихоокеанский флот на протяжении почти 3 века надежно стоит на страже морских рубежей нашей Родины. Он представляет интересы нашего государства в мировом океане и, безусловно, обеспечивает безопасность судоходства. Все это ложится на плечи военных моряков, те, кто первые осваивали Дальний Восток, те, кто открывали Приморье. Безусловно, кто здесь впервые, высадившись на этот берег, создавал этот город Владивосток, в котором мы сейчас с вами живем и работаем. И, конечно, поэтому и владивостокцы, и жители Приморья гордятся по праву именно то, что в Владивостоке находится главная база и сердце Краснознаменного Тихоокеанского флота. В торжественной обстановке глава региона вручил отличившимся военным знак «Приморье за заслуги», почетные грамоты и благодарности губернатора. Юлия Ракоцкая, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.